Стоять можно. Я думаю, если поставить РД-шное донышко опциональное, то на бигфише вообще можно здорово стоя рассекать, как на сапе. Он со стабилизатором и идет ровненько. Сейчас попробую еще какие-то упражнения. Например, можно ли пересесть на носовую оконечность, чтобы ловить рыбу с носа? О! Высоко сижу, далеко гляжу. Сижу на носовой части. Если попрыгать, не хочет отлипать. Вот вся лодка весит 5 килограмм. А смотрите, я своими 90 килограммами сел на носовую часть и не могу перевернуть 5-килограммовую лодку. Чудеса. На самом деле не чудеса, а физика. В принципе, вот так на носовой части можно пассажира возить. Он сидит в носу, не занимает места в кокпите, а нос имеет очень высокую плавучесть. И поэтому прекрасно удержит лодку. Вот я сейчас всей своей массой сижу на носовой части. Лодка пустая, то есть 5-килограммовая лодка не переворачивается, не встает на нос. Хотя я вешу в 20 раз больше, чем сама лодка. Давайте все-таки попробуем перевернуть лодку. Методом обычного раскачивания ее не перевернуть никак. Вот где я уже. Я уже с этой стороны борта весь. Нажимаю на борт. Нет. 110 сантиметров не дают лодке перевернуться, даже если вон можно мое отражение в воде видеть. Я весь свесился туда. И не перевернуться. Подозреваю, перевернуть единственный способ — это только сесть на краешек борта и попытаться вот так вот на борт налечь. Да и то не выходит. Что это такое? О, давай! Нет, вернулся обратно. Начал наклоняться, да вернулся обратно. Я сейчас соскользну просто туда. Я его не переверну, я с него соскользну. Вот, весь мой центр тяжести вынесен за борт. Попытка номер следующая. Сейчас все-таки я ее переверну. Или просто выпаду. Сижу на внешней части борта. Ну, давай, волна, подъеди. Ну-ка, давай. Оп! Ну, я выпал из нее. А лодка осталась стоять, как стояла, да. В общем, лодка по устойчивости уникальная, что выделяет ее среди всех покрафтов или каяков. Устойчивость приближена к классической лодочной, как у рыболовных лодок широких. Ну, собственно, так оно и есть. Ширина 1,10 м. Как раз у самых маленьких рыболовных лодок классической формы. Всякие двухметровые тузики имеют как раз ту же самую ширину. Но устойчивость бигфишпака гораздо выше. Почему? А потому что она еще имеет длину почти 4 метра. А длина тоже играет в плюс к устойчивости.